это место знавал лучшие дни, но я тут не виновата. Клянусь, если б меня не было, Элгрим даже обедать бы забывал. Я с трудом понимаю, как мы вообще зарабатываем деньги. К слову, мне нужно, чтобы кто-то сходил в камень Шоры и принес мне образец руды. Элгрим, боги свидетели, и пальцем не пошевелит. Правда? О, это было бы замечательно. Поговори с Филнером в камне Шора. У него лежит какой-то образец руды, который он хочет отдать нам на изучение. Да еще и заплатить. Хранят тебя боги в битвах, друг. Шахта работает лучше, чем прежде. Благодаря тебе. Наконец-то. Я им уже давно письмо написал. Элгрим этот, он штаны надеть забудет, если жена ему не поможет. Вот, держи. Передай Хафьерк. Пусть она сама назначит справедливую цену. Когда-то это была обычная железная шахта. Сколько лет уже работает? А прямо перед тем, как приползли пауки, мы там нашли кусок руды. Я такого никогда не видел. Я хочу знать, что это вообще такое, прежде чем выковыривать это из земли. Не будь глупцом. Камень — это наша жизнь. Тебе удалось добраться до камня Шора? Спасибо. Я заставлю Элгрима заняться этим сразу же, как только у него появится... свободная минутка. Вот, он тут сделал тебе кое-что в дорогу. Вспомни про нас, если нужны будут припасы в дорогу.